Алексей Григорьевич родился 22 января 1913 года в городе Тула. Командир эскадрильи 40-го бомбардировочного полка 4-й бомбардировочной авиадивизии Западного фронта. Детство и юность прошли в селе Кудрино Тульской области. Учился в Тульском техникуме государственной и кустарно-металлообрабатывающей промышленности. Работал на Тульском радиозаводе и одновременно учился по комсомольской путевке в школе Осевиахима, которую закончил в апреле 1932 года. В Красной армии с 1932 года. С июня 1941 года участвовал в Великой Отечественной войне, совершил 60 боевых вылетов для нанесения ударов по железнодорожным узлам, скоплением войск и переправам противника. Совершил огненный таран 8 октября 1941 года. Навечно зачислен в списке 2-й эскадрильи 48-го гвардейского Нижненепровского ордена Суворова, отдельного авиационного полка дальних разведчиков. Его именем названы улицы в городе Тула, электромеханический техникум. На доме, где он жил, установлена мемориальная доска. Имя героя увековечено на памятной стеле в сквере Тулькам героям на проспекте Ленина в городе Тула. 8 октября 1941 года при выполнении боевого задания его пикирующий бомбардировщик был подбит. Летчик направил горящую машину на танковую колонну противника и совершил огненный таран у переправы через реку Угра близ города Калужской области.